врубаю пару камер и снимаю пару телок, они палят, они тают, просят не снимать лицо. Приветствую тебя, нигер. Данное видео содержит дохерища моих несмешных шуток. При просмотре могут возникнуть проблемы с мозгом. Хейтеры идут нахуй. Приятного просмотра. И всем привет, с вами я, Дима Ютубер, и сегодня я вам расскажу, как сделать свое 2D интро на Android. Ну что, поехали! Для этого вам нужна программа Filmora Go. Ее можно скачать в Play Market. Итак, заходим в Filmora, выбираем фото, и в моем случае это будет черный цвет. Нажимаем дальше, и теперь нам нужно сделать, чтобы наше интро было чуть-чуть дольше. Заходим в редактировать и продолжительность. Делаем ровно на 9 секунд. И теперь нам нужно добавить свой текст. Делаем подзаголовок. Берем подзаголовок и добавляем наш никнейм. В моем случае это, ваш никнейм канала. Мой никнейм Демон Ютубер. Выбираем шрифт и увеличиваем до того, так, как вы хотите. Теперь нам нужно сделать две анимации. Мы первую анимацию, как вы хотите, но я делаю вот так, демон, такую хотите. Так, выбираем на 2 секунды и готово. Теперь нам нужно еще создать второй текст. Создаем второй текст. Делаем, опять же, ваш никнейм. Далее вы увеличиваете и делаете второй эффект. Я делаю глитч. Вот так. Я делаю на 1 секунду и 7 миллисекунд. Нажимаем ОК. Нажимаем ОК. И теперь нам нужно добавить нашу музыку. Выбираем музыку, и тут можно выбрать из этих поданных, или можно выбрать свою музыку. Мы заходим в «Моя библиотека» и выбираем вашу песню, которую вы хотите сделать. Нажимаем ОК. Вы не будете слушать музыку, потому что я убрала ее. Так, теперь нам нужно заходить редактировать и нажать элементы. Выбираем из установленных, что вы хотите. Можно выбрать такое, как у меня на интро. Но я хочу выбрать себе вот такое. Вплетали самолетики. Нажимаем ОК. Нажимаем еще раз ОК и сохраняем. Это равно будет ваша продолжительность вашего интро. Вот и сохранилось. Теперь сохраняем в ленту в камеры. Если вам понравился мой данный видеоролик, не забудьте влепить ему лайк. Я очень старался сделать это интро. С вас лайк, и те, кто не подписан, подпишитесь на мой канал. Я буду всех вас рад видеть на моем канале. И всем пока!